Автоинспекция Барнаула проверяет общественный транспорт. Особое внимание междугородним и международным рейсовым автобусам, въезжающим и выезжающим с территории города. Стартовала операция «Безопасный автобус» еще 23 октября и продлится до особого указания. Причина – участившееся ДТП с участием пассажира перевозящего транспорта. Берегем народ, соблюдаем санитарный режим. Так не первый год сам. До свидания, девочки. Далеко не каждое общение с водителями автобусов заканчивалось на подобной дружеской ноте. За 2 месяца проверок автоинспекторы составили почти 900 административных материалов в отношении водителей. Основные нарушения – несоблюдение требований дорожных знаков, отсутствие необходимых документов на перевозку пассажиров, отсутствие тахографов, нарушение правил маневрирования. Многие автобусы выходили в рейс с техническими неисправностями. Операция продолжается.